Рост цен на казахстанском рынке жилья замедлился. За последний месяц стоимость увеличилась не больше, чем на 1%. Правда, если говорить о годовой динамике, то ее низкой назвать сложно. Стоимость квадратных метров на первичном рынке возросла на 19,5%, на вторичном почти на 27%. Риэлторы говорят, в ближайшие полгода эти показатели должны быть существенно ниже. Незначительное будет примерно в рамках от 0,5 до 1% в данном промежутке. Задают вопросом, да, люди, есть сейчас бум или все-таки затишье? Если мы это подведем как в виде шкалы от 0 до 10, я думаю, на рынке сейчас 4-5. У нас удорожание квартир в целом напрямую связано с инфляцией в том числе. На первичном рынке за год больше всего подорожали квартиры в Нур-Султане, почти на 28%. Квадратный метр в столице сейчас стоит 550 тысяч и выше. На втором месте Шымкент, замыкая тройку лидеров Алматы. На вторичном рынке в лидерах по росту цен за последние 12 месяцев оказалась Кызылорда, сразу плюс 46%. Талдыкургане 43%, в столице 40%. А вот самое дорогое арендное жилье в Алматы за квадратный метр придется заплатить почти 4000 тенге. Не знаю, значительно меньше в Нур-Султане. Следом почти вровень идут Шымкент и Актау.